Всем привет! У меня почти 10 вечера, и это самое время, когда нужно создавать что-то новое. И сегодня я вам покажу сборку браслета. Довольно простого. Вот такая вот сборочка на цепочку. Цвет, конечно, будет немножко другой, но я готовлюсь к выставке и делаю эти браслеты сегодня в большом количестве. У меня сделан уже вот такой синий. Вот такой ярко-красный, фиолетовый. И вот такой немножко в украинском, наверное, стиле. Голубые и желтые розы. Голубые розы – это цвет голубой лед. И желтые – цвета цитрин. И тот, и другой цвет такие имеют прозрачный такой эффект. Сейчас они у меня лежат довольно таки произвольно, скажем, и поэтому, возможно, не очень красиво смотрится цепочка. Но, как я вам уже показала, когда мы застегнем браслет на руке, все цветочки поднимаются наверх, и мы видим вот такую вот красоту. И мы будем собирать следующий браслет. Для моего браслета понадобятся розы. У меня уже приготовлено вот такое вот количество роз. Но все они мне не пригодятся, мне понадобятся только 23 штуки. Остальные 18 я буду использовать для сережек. И мне понадобятся листики. Вот мои листики. Как вы видите, они у меня воткнуты вот в такое приспособление и сейчас сушатся. Я их покрыла лаком глянцевым в один слой с обоих сторон. И теперь эти листики у меня, в принципе, они уже высохли. Я их снимаю с зубочисток, очень просто все это делается вот таким вот нехитрым движением. Делаем все очень аккуратно. Листики я предпочитаю покрывать лаком, для того, чтобы они были такие блестящие, будто бы только что с улицы такие мокрые. Мокрый эффект создается. И плюс эта защитная пленка в виде лака делает их еще чуть-чуть прочными. Я сейчас снимаю все листики, и нам необходимо будет в каждый из них ставить колечки. Листики я все сняла. Обратите внимание, что розочки у меня не покрыты лаком. Я никогда не покрываю цветы лаком, для того, чтобы они смотрелись более живыми. И штифты у них уже вставлены. Как вы видите, это обычный штифт с петелькой. Теперь нам необходимо снабдить листики колечками, на которые мы будем их цеплять к цепочке. Я же использую обычно не колечки, а звенья цепочки, потому что они чуть меньше и будут плотнее прилегать к браслету, не будут так сильно болтаться, как на колечках. Я использую тоненькую цепочку, вот такую, и для того, чтобы воткнуть все эти звенья в наши листики, я беру ножнички обычные маникюрные и разгибаю вот таким образом звенья цепочки пошире. Цепочку берите тонкую, самую тонкую, которую вы можете найти. Все это делается, как вы видите, очень просто и легко. Звенья сами падают. И точно так же я сейчас должна приготовить все вот эти звенья для всех моих листиков. Ну и когда достаточное количество звеньев цепочки мы отделили, мне понадобятся теперь плоскогубчики. Я беру одно звено, зажимаю его в плоскогубцах. Беру листочек, на котором уже есть отверстие, и продеваю это звено плоскогубцами и зажимаю. Первый листик готов. Беру следующее звено, хватаю, продеваю сквозь дырочку и зажимаю. Зажимайте аккуратно, чтобы листики плотно были зажаты. Точно так же, как вы бы зажимали колечки. Вы, конечно, можете использовать обычные колечки, если вам нравится, чтобы элементы больше, так скажем, болтались.
я буду делать таким образом. Это позволяет, во-первых, сэкономить в колечках. Качество изделия от этого нисколько не страдает. И поскольку в стилистике у меня довольно плотно прижато к самому браслету, красота от этого не нарушится точно. Ну и плюс я люблю делать огромное количество элементов. Для браслета, я вам еще раз скажу, я буду использовать 23 розочки и буду использовать в два раза больше листиков, то есть 46 штук листиков. То есть в целом у меня в каждой работе, в каждом браслете, тех, что вы видели также, использовано по 69 элементов. Ну и плюс один элемент я иногда вешаю на застежку для красоты. И точно так же я сейчас все эти звенья надеваю в наши листики. Ну вот, все листики у меня теперь имеют колечко такое своеобразное из цепочки. И теперь мы должны разложить данные цветочки и листики в том порядке, в котором я хочу видеть их в браслете. Я буду выкладывать следующим образом. Два листика розочка, два листика розочка, два листика розочка. И точно так же я выкладываю все 23 элемента. И 23 элемент у меня будет прицеплен на самый конец моего браслета. И точно так же я сейчас выкладываю всю полосочку. Цветочки я разложила в том виде, в котором я хочу их видеть в браслете. И теперь мне понадобятся маникюрные ножницы, два колечка и замочек. Замочек тоже предварительно проверьте, чтобы он хорошо закрывался. Цепочка у меня в данном случае немножко потолще той, которую мы использовали для листиков. Это, в принципе, можно видеть вот так вот, если подложу. И на эту цепочку мы сейчас будем цеплять все наши элементы. Я цепляю элементы в каждое звено цепочки. Причем в одно звено я цепляю одну розочку, во второе звено два листика. Следующую одну розочку, два листика. Одну розочку, два листика. И точно так же. То есть в итоге у меня где-то будет 46 или 47 звеньев заполнено. Ну и начнем мы с замочка. Я беру колечко, разгибаю его плоскогубцами, цепляю на него цепочку, цепляю на него замочек и закрываю хорошо колечко. Колечко всегда закрывайте хорошо, чтобы ничего не отпало. Вот замочек закреплен. И теперь мы начинаем собирать браслетик. Первое звено цепочки я пропускаю и буду крепить на второе. Ножницами я его раскрываю, цепляю листик с одной стороны, закрываю, переворачиваю и в это же звено с другой стороны тоже цепляю листик. Вот что у меня получается. Замочек, пропущенное звено и в следующем звено два листика. Следующее звено опять разгибаем, цепляем в него розочку, закрываем. Следующее звено это опять два листика. Раскрываю, цепляю один листик, закрываю, переворачиваю. И в это же звено цепляю второй листик. Закрываю. Следующее звено. Опять разгибаю ножницами и вешаю розочку. Закрываю.
Следующее звено. Опять два листика. Разгибаем. Вешаю один листик. Закрываем. Переворачиваю. Раскрываю это же звено, где листик висит. Вешаю листик. Закрываю. Следующее звено. Опять вешаю розочку. Закрываю. И точно так же я собираю весь браслетик. Вот что у меня уже сейчас получается. Три розочки и много-много листиков. Много листиков как раз смотрится намного интереснее. Вот, вот такая вот вещь у меня выходит. Обратите внимание, что розочки у меня висят с той, с другой стороны. То есть вот в таком зигзагообразном формате. И точно так же я сейчас цепляю все оставшиеся элементы на цепочку. Ну и вот все элементы собраны на цепочку. Я их разложила так, как они будут смотреться у вас на руке. То есть цветочки все поднимутся наверх. Если кто-то не верит, могу еще раз показать на руке, как это все будет выглядеть. Вот таким вот образом. Все цветочки, как вы видите, на руке. И на мое запястье это полностью идет практически вот до конца. Застегивается. То есть вот где у меня соприкасаются розочки. И теперь, для того, чтобы налазило на любую ручку, мы с вами оставим еще свободных 7-9 звеньев. И я отсоединяю цепочку. Закрываю звено. У меня осталось посмотреть еще одна розочка и наше колечко. Я беру плоскогубчики, разгибаю колечко, подвешиваю кончик нашего браслета и на него делаем такую вот миленькую розочку. Для того, чтобы при закреплении браслета эта милая розочка болталась внизу. И вот что у меня вышло. Я показываю, что браслет у нас застегивается. И вот такая вот прелесть получается. Вот такие милые розовые розы. Точно так же был сделан вот этот браслет с синими розами. С маленькой синенькой розочкой внизу. Фиолетовые розы с вот таким вот миксом листиков. Ярко-красные с блесточками розы. И вот такие нежные голубые и желтые розочки. Всем спасибо за просмотр и пока!